Привет, YouTube, привет. Очередная машинка, Кияшка, Спортач. Агарат побитый. Но тут бы все ничего. Это переделка после мастеров. Вот так вот сделанный град. Я просто специально повыделял. Вот таким образом вот сделаны вмятины. Я просто отдельные попытаюсь снять, чтобы было видно. Вот так вот. Это все остальное сказано было, что несущественно и не видно. Повыдавливали, даже забить не удостоились. Вот так вот сделано. Это уже вмятина сделана. Ее не видно. Вот то же самое. Вмятина сделана. Этого вообще не видно. Ну и все в таком же духе. Потихонечку приступаем. Вот характерный элемент. Вот эта вмятина уже сделана. Вот так вот попытаемся что-нибудь сделать с этим капотом. На крышу у хозяина смелости не хватило после таких ребят делать. Поэтому будем сейчас пробовать и металл, какой тут посмотрим и как она будет делать. Вот она вмятина. Тут всего лишь пробить края и поднять серединку. Очередная дефектовочка. В лампе, конечно, тоже не видно, но иногда на блике вот в таком отражении гораздо лучше виднее какие-то недочеты в работе, вот, нежели видно в лампе, то есть другое видение получается. Но остались такие маленькие острые вот такие вот тычочки. Вот они видны. Для сравнения показываю. Тем не менее, надо их постараться доработать. Вот финиш. Где-то, конечно, мелкие тычки острые там пооставались. А тут, как говорится, есть и такие вещи. Ну, в общем-то, все удалось.